Полиция Адыгеи приняла решение возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в грубом нарушении правил дорожного движения. Сейчас следователи устанавливают, явилось ли нарушение следствием неопытности водителя или причина аварии в банальном алкоголе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Майкопе 21 января на улице Хакураты. После получения информации о том, что в результате аварии пострадали двое подростков, на место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. В ходе выезда на место происшествия установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил столкновение с пешеходами, стоявшими, расположенными на краю проезжей части, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». После того, как водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского свидетельства на месте, ему было предложено проехать в наркологический медицинский диспансер для прохождения свидетельствования. Там он также отказался от прохождения данного свидетельствования. По данным следствия, водительский стаж 25-летнего жителя Краснодарского края составляет около года. Несмотря на это, он уже привлекался к ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, нарушение линии разметки и норм светопропускаемости стекол. В результате дорожно-транспортного происшествия двое несовершеннолетних подростков получили травмы, после чего были госпитализированы в больницу. В настоящий момент они также находятся в медицинском учреждении.